хорошо ли, плохо, они жили каждая своей жизнью. Ну как она? Все готовит. Дело в том, что Константин Александрович... Чтобы он сдох, ваш Константин Александрович. Пока не оказались втянуты в одну историю. Вам по закону переходят некоторые активы вашего покойного мужа. А я ничего не подписываю второй половине дня. Без совета адвоката и после третьего фужера. Что это? Случайность? Мистика? Нет. Это... Заговор трех толстух против фиговой жизни. Моя невеста меня на глазах покупает какому-то хахалю трусы. А я сейчас захожу, без штанов стоит. Кто? Сосед. «Школа для толстушек» на 7 канале.